В рамках реализации проекта «Городская среда» и контроля исполнения программы наказов избирателей Подмосковья «Территория перемен», сформированной на основании народной программы «Одинцовские», депутаты-единороссы проинспектировали ход строительства очистных сооружений неподалеку от нового путепровода в деревне Раздоры. Транспортный объект пройдет через трассу А-106 Рублево-Успенского шоссе. Двухполосный путепровод станет частью транспортной развязки. Также будет реконструирована улица Утренняя, где появится пешеходная зона с велодорожкой. А подземный пешеходный переход оборудуют пандусами с наклонными подъемными устройствами для инвалидов.